Друзья, не поверите, вот такие часы выхватил, китайские, новые. Вот, алкоголик продавал, вот здесь стоял. Охереть. Вообще новье. Ну, где-то украли, наверное. Все как обычно. По стандартной схеме. Красавцы вообще. Смотрите, какие огромнейшие часики. Даже не знаю, сколько такие стоят. Я думаю, ну минимум 400 гривен. Он еще пленки. Охренеть можно. А, это секундомер. Ух ты. О, блин, они напичканы, конечно, охренеть. Такие и самому можно носить. Смотрите. Секундомер. А как его остановить? О, блин. А, вот, сброс. Обалденные. Именно такие, класс. По-любому гривен 200 на них подниму. Может и больше даже. Шикарные. Сейчас залезу в интернет, гляну, почем они вообще.